Секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Андрей Иванов и первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина проверили готовность нового корпуса школы номер 12, где завершился капитальный ремонт. Обновленное и прекрасно оснащенное здание примет первых учеников – уже после зимних каникул с 24 февраля. Весь ход работ находился на партийном контроле в рамках реализации партийного проекта «Новая школа».